Двухдневный семинар на тему «Роль религиозных лидеров в чрезвычайных ситуациях» проводился в городе Харок, Гбао. Мероприятие организовано Международным комитетом Красного Креста и Комитетом по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан, направлено на обсуждение роли религиозных лидеров и лидеров общин в чрезвычайных ситуациях. Данный семинар является прекрасной возможностью для религиозных лидеров понять работу спасателей в чрезвычайных ситуациях, говорит полковник Забиров Зариф из КЧСЭ. Мы предполагаем, что религиозные лидеры и лидеры общин должны играть более существенную роль в объединении общества и мобилизации его в решении гуманитарных последствий во время чрезвычайных ситуаций, отметила Клаудия Азолини, глава миссии МККК в Таджикистане. За последние два года МККК и Комитет по делам религии организовали подобные семинары в городах Куляб Хатлонской области и городе Исфара Сагдийской области. Таким образом, режим Рахмона пытается использовать религиозных деятелей и имамов для управления населением в сложных и чрезвычайных ситуациях.